тогда не это. На свои сиди. А что на обратной доставке? Снимаю вас. Вас снимает скрытая камера. Проводили нас. Валерия с Наташей. Все, едем. Домой. Все, остаются. Вон они стоят. Пока, пока, пока. Выезжаем. Выехали, вернее, из города Семипалатинска. Едем по Сосновому Бору. Ехали, бор был вплотную к дороге, а сейчас вот отступил, потому что когда-то лет 20 назад сгорел. Вот, его почистили. Здесь уже вот вроде не сгоревший. Вырвались на оперативный простор. То есть сосновый бор кончился, редкие сосенки стоят. Началась вот такая казахская степь. Далеко видно. Вот этот свороток идет на Новопокровку. Сейчас будет переезд. И мы поедем дальше. Здесь вот кафешки. Придорожные. По этой железной дороге едут в Барнаул, в Россию, в Новосибирск. Знак стоп. И дальше двигаемся. Пассажиров Дмитриевки. Село Дмитриевка. Вот и закончилось. Небольшое село. Отсюда свороток на Бородулиху. Подобрали пару пассажиров. Двигаемся дальше. Решила привязаться. Дмитриевка, вот выезжаем. Озеро, которое летом иногда пересыхает, весной очень огромное. Вот когда-то мы здесь со своим сыном на Запорожце проезжали, останавливались. Вон, видите, какая пересохшая, интересная. На машине даже проезжал. До таможни примерно километров 30. Да, высохшая степь осенняя. С небольшой травой. А вон там опять озеро виднеется. Это, наверное, сточные воды с окрестных, так сказать, уклонов. Тут вот голая степь, а с другой стороны дороги прям бор. Въехали в село.
поселение Аул. Аулы, Аул. До таможни примерно километров 12-13, не знаю точно. Ну, примерно один и тот же пейзаж. Сейчас тут единственное, что добавится, сосновый бор. Вот такие сосны. Строит, видимо, рекламу какую-то. А, наверное, все-таки заправку, а не рекламу. Все, выехали из аула. Едем на таможню. Вот здесь перед таможней начинается забор. Видимо, чтобы не сворачивали в сторону. Даже два забора. Вон зелененький и красный. Подъезжаем. Туда ехали, туалет не смог снять, темно было. Да и батарейка закончилась. Сейчас вот сниму я. Женский был отвратительный. Назади. Я выскочила. Назади. Погода отличная, прям тепло. Ну вот, сходили в туалет. Погода вообще зашибись. Градусов, наверное, 13. Точно тепло. Как она там можно? Сейчас нас тут проверять будет пограничник с собакой. Назад идем
через другую проходную и отдаем свои миграционные карточки. Вот, Лариса. Привет. Ну что, давай. Это я понесу, а это пополам. Еще раз повторюсь, погода шикарная. Вот, вышли таможню, прошли мы первые. Даже не так сказать надо, шикарная. Нас Казахстан встретил теплом и проводил, в отличие от некоторых. Да, Казахстан нас встретил очень, очень хорошо, да. Да, надо спасибо сказать нашим родственникам, да, Валере, да, с Наташей. Вообще, да, обалдеть просто, что бы мы делали без них. Да, мы бы без них ничего не успели. И встречают, и провожают, и кормят, поят. Да, да, да. И вообще по полной программе. Я даже поправился, да. Ну, сейчас скоро поедем на российскую таможню. Это Курилка. Смотрит, проверять будут. Если замерзли, можно назад вернуться, там подождать. Долго еще, да, будет? Что, пошли, продуй тебя. Сейчас там не видно, что они торопятся отпустить. Самовар им понравился. Сказали, таможенники самовар нашли у водителя. И все специалисты выставили. Рассматривают, товарищ таможенники, самовар. Что же там за самовар? Как бы его не пропустить в Россию? Таможенник сказал, что есть причина задержки. Самовар рассматривает. Наверное, блестящий сим. А не сказал, какая. Может, там брюли кинуть? Вылетели, откручиваются. Зачем? Она скоро отпустит, нет? А что там нашли? А? Брюлики, что? Может, отметку сделать, да мы там начнем проходить пока. Если что, там нет. Вам все, уже больше. Может, наоборот. Ругаться, так они быстрее. Слишком блестящий самовар. А нервы, да? Конечно. Слишком блестящий просто. Да, ну, начистили перед. Да.
Сейчас еще там будут дербанить. Сели в автобус, едем на российскую таможню. Все из-за того, что передачки берет водитель. Вид на таможню российскую со стороны Казахстана. Так что мы кушаем сегодня? Я приготовила рис вчера, развела фарш, а тетя сегодня пожарила из него котлетки. И я тоже. Сегодня что-то у нас не помидор. Едем в город Рубцовск. Здесь рядом проходит железная дорога. По этой железной дороге из Семипалатинска можно будет попадать в Рубцовск и Барнаул и Новосибирск. Заехали в Рубцовск. Обязательная отметка. Водитель отмечается всех больших грузов на въезде. Лошадь металлическая. Бензин 36.20, 92. Да, дороги. Как обычно. Оставляет желать лучшего. Двигаемся 5 км в час. Страны деревья. Это город Рубцовск. Приехали на вокзал в ЖД. Да, можно? Дошли. Кофе попили. Лариса мне купила кофе. Ты садись за стойку. Да не хочу сидеть, пошли. Сумку сам. Ну, а что? Сумку потом заберем. Вот эту сумку. Итак. Пока я здесь по телефону базарил, Лариса ушла на заднее сиденье. Места много. Показал. Ну ладно. Вот такое вот озеро. Возле Рубцовска. Да. Что-то заготавливает народ. Готовится к зиме. А вот еще одно озерцо. Недалеко друг от друга. Может, километра полтора-два. Видите, вот такая дамба. Я уже рассказывал, когда сюда ехал. Прям в середину озера выходит дамба. И с этой дамбы люди рыбачат. Горькая, что ли, называется? Точно не знаю. Видите, автомобили стоят. Вот так вот. Хорошее озерцо. Чайки даже есть. Да сидите ради бога. Я сумку оставлю. Короче, незаметно. Дыхай, да, Алиска. Алиска.
что, я погнал в туалет схожу. Шикарный, туда. Пошли. А, туда? Ну. Закапки пошли. Вас видно за глаза. Здесь туалет платный, а мы решили сходить все равно туда, на Роснефть заправку. Хоть какая-то польза от Роснефти. Видишь же зерно? Ты чувствуешь? Ну вот, пока в туалете тут нахожусь. Вот он. Это роснефтьевский туалет. Так, неплохо. И бесплатно. Самое главное. Так, мы в Новоалейске, Алтайский край. Блин, погода продолжает нас радовать. Та-та-та, не сглазить бы, да, Лариса? Да. Тринь-тринь, так хорошо. Вон наш автобус стоит. А мы отсюда идем умные. Типа умные. Просто там... Мы не типа умные, а я там в кафе в этом ходила в туалет. Там до такой степени, ну вот люди, представь, туда без конца ходят, там такой запах отвратительный. Еще и за деньги. Да, а здесь, надо думать, убирают. Купили себе кофе и два мороженого. 21 рубль. Так, стол. А, не получится. Угу. Кофе сколько стоит? Кофе 16 рублей. 16, да? 16 рублей кофе и мороженое. Да, теперь мне жена кофе с мороженым. С пломбиром. Вау, все. На. Твое мороженое. И что я должен делать вперед? Есть. Мороженое с кофе очень вкусно. Без записи. Покушали. Теперь собираемся отправляться. Автобус 723 УС. Хаймен Голден Драгон Бас. HML 6957 GR. Двинули из Алейска Барнаул. Следующая остановка Барнаул, скорее всего. Все, всем пока. Сейчас в поселках будут стоять. Они меня обязательно будут там. Че, на хорошем чеке, что ли? Так безучник. Еще попутчиков. Еще взял попутчиков. Наш шеф. Вот такие вот свекольные кучи. Вот они. Вот они, наверное, в зиму так пойдут. Да там кучи большие. Темнеет, заезжаем в город Барнаул, пошли дачи. Вот. Дальше снимать не знаю, в темноте получится, нет. Ну, пока вот так. Пошли дачи.
Вон там видно, если видно на камеру, вереница машин с Барнаула идет. Едем по ночному Барнаулу. Видно, не знаю. Но видно, что машин много. Все, мы в Барнауле. А, точно, даже туда привез. Вот, курьером работает еще, подрабатывает товарищ водитель. Самовары, письма, документы. Вот, смотрит. Видите как, все по паспорту выдает. Молодец. Ну вот, самовар отдает. Молодежи какой-то отдает самовар. Вон Таня идут. А вот и нас встречают наши внучки. О, привет! Привет, красотка! Как дела? А? А ты что кричишь? Ты что за куртка такая у тебя? Ты что из Микки Мауса? Что, плачешь, что ли? Какая-то оранжевая стала? Здорово! Приветики! 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 Какая пятилетняя! А? Красотка! Приветики! Едем домой уже. Последний автобус. И рывок по грязи, да, потом? Спасибо. Все. Погнали. Приехали мы до нашей остановки. Теперь марш-бросок через темную черную ночь. Осторожней, а то собьют. Ну вот там у тебя целый день же, да? Вон так. Пошли быстро. Давай. Да, мне очень легко.